Накануне вечером в рамках фестиваля «Новая волна» прошел концерт, ведущими которого стали Николай Басков и Виктория Лопарева. Молодожены, чья свадьба состоится в октябре этого года в Грозном, все мероприятия шутили о подготовке к торжеству и обсуждали дальнейшую совместную жизнь. Виктория блистала на красной дорожке в платье, декорированном бордовым стеклярусом. Вырез наряда выгодно подчеркивал роскошную грудь модели. Николай выбрал для мероприятия строгий черный костюм. Поклонники артиста засыпали его комплиментами, ведь он сильно похудел за последнее время. Как рассказал Басков, он уже придумал, как они решат вопрос с обручальными кольцами. У меня дома есть золотая чаша, золотая тарелка Муз-ТВ, ну и золотой голос. Хватит на 100 колец, и еще на пирсинг останется, сообщил Николай. По словам артиста, он не хочет танцевать на свадьбе, хотя невеста предложила исполнить вальс «Самбуй-ча-ча-ча». На это Лопарева отметила, что у избранника много других преимуществ, поэтому ему не обязательно уметь двигаться. В ходе диалога пары стало известно, что они познакомились поближе в гримерке на одном из концертов. На вечере молодожены успели сообщить, сколько детей они хотят. Николай мечтает о двойне. Самым забавным моментом для зрителей стало признание Виктории о том, что она уже подумала о финансовой составляющей. Другими гостями вечера стали Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Алсу, Сергей Лазарев, Лена Темникова, Кети Топурия, Александр Ревва, Алексей Воробьев и многие другие российские знаменитости. На мероприятии, которое началось после торжественной части, подопечный Рудковской исполнил хит этого года «Держи».